В администрации муниципалитета состоялся координационный совет общественных объединений Ленинского района. На нем присутствовали руководители структурных подразделений администрации, представители муниципальных служб, общественники, представители общественных приемных. Совет начался с выступления главы муниципалитета Олега Хромова. Один из вопросов, который рассматривался на совете, касался организации очистки от снега и наледи дорог и дворовых территорий. Как известно, именно в этой сфере в администрацию поступает большинство жалоб в зимний период времени. Глава района также заострил на этом внимание и огласил собравшимся свой взгляд на эту проблему. Я принял организационные решения и освободил от занимаемой должности директора МБУ комбинат благоустройства в связи с тем, что мы с вами видим в наших дворовых территориях. На эту должность назначен Геннадий Леонов, начальник управления ЖКХ администрации Ленинского района. Далее участники координационного совета имели возможность задать свои вопросы, касающиеся как уборки снега, так и иных проблем, волнующих жителей района. На координационном совете также обсуждался вопрос организации капитального ремонта дорог, благоустройства поселений и транспортного обслуживания населения. С докладом на эту тему выступила начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Вера Маркина. Она подвела итоги прошедшего года и озвучила текущие планы муниципалитета. По поручению губернатора каждый год мы должны муниципалитета благоустраивать не менее 10% дворовых территорий от общего числа. Вот в настоящее время у нас запланировано в первоначальном бюджете на 2017 год благоустройство 14 дворовых территорий. Кроме этого, на встрече участники обсудили проблемные места в организации медицинского обслуживания жителей Ленинского района. Также была сформирована рабочая группа для подготовки кодекса этики членов координационного совета общественных объединений Ленинского муниципального района.